Волшебного утра, друзья, всем, кто проснулся, всем, кто уже улыбнулся, всем, кто потянулся, побежали друг друга обнимашки и скажем друг другу «С добрым утром, королева!» Или если вы обнимаете короля, то «Доброе утро, король! Ты прекрасен!» Да? На себя все в зеркало посмотрели, все сказали, какая классная, да? И мы начинаем нашу йогу смеха. И, друзья, каждый день мы будем прокачивать наше счастье, наше состояние радости, потому что йогу смеха точно так же используют для прокачки радости, как, допустим, мышцы прокачиваем в спортзале. Только это ментальное состояние. Йога смеха, она включает в себя физические упражнения, она включает в себя метафизику, включает различные игровые техники, пальчиковую гимнастику, смехотанцы, смехоразминку, все, что касается воображения, потому что здесь мы превращаемся в детей. Не случайно в Библии сказано: будьте как дети, всегда радуйтесь. И 370 раз есть в Библии, в Священном Писании слово радость. И это не случайно. И сейчас многие говорят, задают вопрос, а как можно радоваться, как можно улыбаться, смеяться, когда вот в мире такое происходит. Друзья, помните, я рассказывала про макрофагов? В нашем организме есть такие воины, макрофаги, которые активно нападают на вирусы, бактерии только тогда, когда мы в позитиве, когда мы в ресурсном состоянии. Именно от этого зависит наша крепкая иммунная броня. И наоборот, эксперимент показал, что когда человек в печали, когда человек в раздражении, в горести, в переживаниях, в депрессии, начинаются психосоматические отклонения, и в этот момент макрофаги как бы застывают, а вирусы, бактерии, они становятся более активными. Так вот, именно в наше время мы должны быть с вами крепкими-крепкими орешками, стойкими, да, потому что мы живем для того, чтобы делать этот мир лучше. И не нужны нам болезни, и не нужны депрессии, не нужно пополнять ряды психушек, не нужно ходить психологам-психиатрам. Нужно заниматься, делать все для того, чтобы быть в ресурсном состоянии, приносить пользу своей семье, приносить пользу этому миру, активно действовать. Кто за, смайлики в студию? И, дорогие друзья, я немножечко, мы начнем с вами делать и физкультурное занятие, и я немножко буду рассказывать, что такое йога смеха для тех, кто первый раз. Так, и начнем мы вот с такой растяжки шеи. Смотрите, плечи у нас опущены, мы ушком тянемся, плечиком, ушком тянемся, да. И вот йога смеха, друзья, это тоже тренировка. Тренировка, которая качает мышцы пресса, которая усиливает кровообращение вперед-назад, которая является профилактикой инсульта, инфаркта, профилактикой деменции. Почему? Потому что усиливает поступление кислорода ко всем органам, головному мозгу, к нашему сердцу. Кровь становится более разжиженной, а кровь – это река жизни, которая как раз несет кислород. И если не хватает кислорода, ковшик делаем. Если не хватает кислорода к мозгу, происходит инсульт. Если к сердцу, происходит инфаркт. А когда человек прокачивается, когда человек занимается йогой смеха, то у него весь организм наполнен кислородом. Да. И почему не просто смех? Чем отличается, кто знает, йога смеха от смехозарядки? Смехозарядка – это просто посмеялись, да? Вот просто посмеялись, да? Йога смеха – это тренировка, где мы вместо 1 литра с помощью специальных техник, специальных инструментов набираем в организм 4 литра воздуха. Именно поэтому это является сегодня постковидной реабилитацией. Именно поэтому хорошо поступает кислород, открывается креативность, лидерские качества, творческие качества. Так, хорошо. Прокачаем вот так вот по кругу нашу голову. Вот упражнения, они есть абсолютно разные. Знаете, как витамины организму нужны разные, да?
Мы стараемся разные фрукты кушать, разные ягоды. Вот точно так же упражнения. Есть на растяжку, есть силовые, есть на гибкость, есть на координацию. Поэтому упражнения мы будем менять. Ковш. Хорошо, скрипит шейкой. Так, и теперь руки давать к плечам и пошли. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Руки ровные, локти не сгибаем. Раз, два. Заряжаемся энергией, радостью, чтобы на целый день хватило. Да, три, четыре, чтобы ручки были гибкие. Делайте каждый в своем темпе. Раз, два. Открываемся этому миру. Лопатки вместе соединяем. У нас растут команды, к нам приходят люди со всего мира, со всех городов, со всех стран. Раз, два, три, четыре. И все делаем на улыбочке. Три, четыре. Хорошо? Взяли в замок, лопатки соединили. Для того, чтобы у нас была осанка короля и королевы, мы должны обязательно делать упражнения классно на осанку и избавляться от холки, у кого она есть, и приобретать хорошую гибкость спинки. Поэтому вот спинка у нас должна вот здесь быть прогнута, как седло у лошадки, да? И ручки вверх прокачиваем. Раз, два, три, четыре. Раз, голова вверх. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прокачиваем. И достали руками до пола, потянулись. И стали с круглой спинкой. А теперь смотрите. Раз. Два. Тянемся. Три. Четыре. Получается? У кого получается доставать? Раз. Два. Три. Четыре. Смотрите, если даже не получается, ваша задача, чтобы каждый день у вас хоть там на несколько миллиметров уменьшалось расстояние. Для этого локоть назад, максимально отводим локоть назад. Угу. Хорошо. И знаете, что я еще делаю? Вот когда у вас есть какая-то опора, допустим, стол, вы положили вот так руки на стол и начинаете приседать. А руки у вас держатся на том же месте. Потом очень хорошо, когда вы садитесь на стульчик и делаете вот такое. Вы сидите на стуле, вы, наверное, сейчас многие сидите, можете сесть, и взяли за сидушку. И теперь делаем раз, два, раз, два. Вот здесь у вас попа на месте, потому что она сидит. А у вас работает только вот эта часть. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Да, теперь. И тебя вот так хорошо прокручиваем. Попа. Кто там еще бушит? А мы себя прокручиваем. Мира, отключи, вот, пожалуйста. Прокручиваем боковые мышцы. Да. Ульмира, микрофон отключите. Хорошо. Ульмира. Волна. Волна, она очень классно вообще смотрится и в танцах применяется. И здесь именно все позвонки у нас прорабатываются. И поехали, мы закручиваемся. Закручиваемся, круглая спинка. И поочередно у нас подбородок. Каждый позвоночек, вот так, поочередно, и откатили волна, и опять закручиваем, как планку мы подныриваем, как бы. Раз, два, и улыбочки, конечно, у нас, три, еще, раз, два, три, четыре, закручиваемся, получается, можете на себя в зеркало смотреть, чтобы вы со стороны видели, круглая спинка. Подныриваем и выныриваем, вот, и округляется, вот тут сбрасывается. А теперь обратная волна, наоборот, с прогнутой спинкой максимально опускаемся, голова вверх, вот, и сбросили, округлили спинку,
И раскручиваемся поочередно-поочередно. Раскрутились опять с прогнутой спинкой. Наклоняемся, ножки прямые. И сбросили. Получается? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И боковая. То же самое, как под планку. Начинается голова и полностью туловище, как нитка за иголкой. Раз, два, три, четыре. Поднырнули. Два, три, четыре. Поднырнули. Два, три, четыре. Хорошо, молодцы. Грудная клетка. Поехали. Смотрите, таз стоит на месте, только грудная клетка. Раз, два. Эти мышцы, вот они редко прорабатываются. Раз, по точкам. То есть бок вперед, бок назад. Раз, два, улыбочка, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поехали, округляем теперь наши точечки. Округляем. То есть грудь вперед, в сторону. Вот тут вот круглая спинка. Вот. Хорошо, в другую сторону. Так, вот, чтобы у нас все мышцы проработались. Хорошо. А теперь у нас только таз работает. Только таз. Плечи у нас на месте. Так, плечи на месте. И только таз. Так, в другую сторону. И теперь начинаем раскручивать больше, 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 больше. И включаем вес корпуса. Наши улыбки описательно лучезарные. Друг друга направляем. Да. Кто тут солнышки? Вот они, солнышки, кто рано проснулись. Кто всем улыбнулись, кто пришли на зарядку, кто пришли на йогу смеха. В другую сторону. Молодцы. Хорошо. И тянемся, достаем. Достаем, кто сколько может. Главное, чтобы у нас колени были ровные. Ровные. Вот, кто может ладошками доставать и кончиков пяточек. Кто так просто еще тянется. Ничего страшного, это постепенно. И волной встали. И опять. Тянемся, тянемся, тянемся. Расслабили. Расслабили, без резких движений. Вот просто тянемся. Получаем удовольствие от растяжки. Наши икры потихонечку растягиваются, становятся мягкими. Вот. И волной коленки согнули. И волной встали. Хорошо, молодцы. Делаем баланс. Так. Стоим, стоим, стоим. Давайте покрутим кистями. Вот. Пока стоим, чтобы у нас ручки работали от локтя. Боковые движения. Смотрите, у нас зафиксированы локти. Только часть руки от локтя до кисти работает. В другую сторону. По очереди. В другую сторону. Круговые движения. Назад. Как с равновесием. Теперь одна рука вперед, другая назад. И при этом стоим. Знаю, что тут уже сложно. Можно не стоять на одной ноге, просто попробуйте сделать это уже и в другую сторону. Правое-левое полушарие идет. Одна рука в одну сторону, другая рука в другую. И вот здесь они пересекаются. Привет! И пошли каждая в свою сторону. Хорошо. И круговые движения. Можем вот так руки держать для равновесия в другую сторону. И кисть. Кисть ноги. Здорово сказала, да? Кисть ноги. А, молодцы, молодцы. Трясочка. Вот, все расслабили, расслабили, расслабили. Так, и другая ножка. Поехали. Круговые. Это для тазобедренного сустава, друзья. Да, разминаем. Если мы не будем разминать, то потихоньку все закрепощается, костенеет. Все, что не работает, оно отмирает. Все, что мы не используем, оно как бы организм считывает, что значит это не нужно.
понимаете? Все это костенеет, это становится таким каменным, закрепощенным. От колена ножкой в другую сторону. И теперь стопа. Как я сказала, кисть ноги. Стопа, стопа работает, работает, работает. Хорошо. Теперь руки в колени. И поехали. Раз, два, раз, два, раз, два. Улыбочки. И в другую сторону. Выворотно. Хорошо. Хорошо. Молодцы. Ножки вместе, круговые. Так, и в другую сторону. Хорошо. И немножко на пяточках попрыгали. Попрыгали. На пяточках. Хорошо, друзья, молодцы. И вспомним, какие же у нас правила смеха. И первое правило смеха, оно очень важное. Мы делаем вдох животом. Итак, сделайте все вдох. У многих вот так получается, живот втянулся. Все с точностью наоборот. Мы делаем вдох и нас надулся животик радостью, счастьем. Бетти, Бетти, иди сюда. И выдох, вдыхается. Вдох. Животик надулся. Выдох. Следующее правило. Обязательно улыбка. Мы как очки одеваем наши улыбки, да? И делаем сейчас победоносно. Я! Рот у нас максимально открыт при смехе. Йога смеха, она использует три инструмента. Смех здесь инструмент. Итак, это смех, это прокашливание, когда из нас выходит вся мокрота, слизь. И в процессе мы за одну тренировку не можем все-все вместить. Поэтому разные тренировки, они будут давать разные нагрузки, разные упражнения. Хорошо? Прокашливайтесь обязательно, чувствуйте свой организм, сплевывайте. Это тоже здорово. Если кружится голова, если это кислород в мозг поступает, да, если зевота, все классно, все делайте правильно. И последний инструмент – это когда мы пропеваем различные звуки, они имеют вибрацию, они имеют свою силу. Итак, сейчас мы с вами сделаем. Кто победитель? Скажите «Я!» Держите рот, чтобы он не закрывался. Еще раз. Кто мегалидер? Я! И теперь смотрите, очень важно, значит, начинаем смеяться на букву А, и нужно максимально громко, чтобы напор полностью вышел. И самое главное, вот это прям вот доминанта во всех трех инструментах, это выдох должен быть длинный, длинный, длинный. Почему? Потому что когда мы полностью выдохнули, да, у нас уже нечем дышать, и вот тогда легкие, как у краба, вот так раскрылись, и вот они наши 4 литра кислорода. Понятно? То есть мы смеемся, смотрите, смеемся вначале голосом, а потом голоса уже нет, а воздух еще додавливаем. То есть воздух еще остается, а мы уже закатываемся без звука. Давайте шепотом попробуем. У всех вот так получается? То есть шепотом. То есть длинный, не надо, не бьются, знаешь, как гуси-гуси, га-га-га. Га-га-га-га-га. Нет. То есть длинный-длинный смех. И стараемся, конечно, тело в дело, то есть максимально вот смеяться по-настоящему, да? Итак, приготовились громко на выдохе, обязательно с улыбкой. Взяли смехом мешочки в руки, вдох, живот. И... Вот такой длинный-длинный выдох, один, то есть не надо много смешков делать, один длинный-длинный на выходе, на выдохе, еще раз, вдох, и громко, чуть не задохнулись. Друзья, знаете, кто йогу смеха привез у нас в Россию?
Первый амбассадор йоги смеха – это легендарный человек, это мега-сверхлидер Владимир Довгань. Да. Он собирал ресурсные упражнения. У него была задача сделать такие волшебные упражнения, которые человека наполнят энергией, выведут из депрессии, которые наполнят его здоровьем, будут исцелять от разных-разных болезней. Он ездил по разным-разным странам, более 30 лет на это потратил. И при этом, давайте пока потянемся на носочки, рассказываю. И при этом… Он встречался с разными людьми, у которых паспортный возраст не соответствует биологическому. Он записал более 300 упражнений, из них методом отсева, выбрал 8 волшебных жемчужин, которые сегодня просто делают чудеса, которые исцеляют от болезней, которые решают очень многие вопросы во взаимоотношениях людей. Так, у нас 10 минут осталось, как нам маловато. Да. И вот йога смеха, которую изобрел доктор-врач-физиолог Мадан Катария, смеха – это одно из главных, самых главных упражнений, потому что не будет энергии, не будет радости, все остальное – это бесполезно. Тянемся, 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 и сейчас дергаем за ручку люка и купаемся под дождепадом, под денежнопадом. И я… И вокруг деньги кружатся, кружатся, как листопад, только купюр. И мы делимся с друг другом и друг другу. Еще раз, чтобы было еще больше, потому что нам нужно заниматься благотворительностью, потому что когда много денег, мы можем сделать много-много добрых, полезных дел, гораздо больше, чем без денег, да? Можно помочь людям сделать операции, можно помочь бедным талантливым детям, можно помочь очищать реки, озера, моря, океаны, да? Можно создавать парки, новые стадионы, очень много-много всего-всего. Делать искусственные суставы для людей, которые по какой-то причине лишились там или родились там без ног, без рук. Очень много можно. Тянемся, 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 вытягиваем нашу спинку, дергаем и… мира разных стран. И к нам приходят люди из разных стран. Да. И мы их всех приглашаем на наши 8 упражнений. Потому что это только первое. Когда пройдете все, это просто будет мега-мега-мега-мега. Да. Записывайтесь, мы живем от марафона к марафону. Мы живем от промоушена к промоушену, от ретрита к ретриту. Обязательно приходите, узнайте все. Те, кто вас пригласил. Хорошо, молодцы. А сейчас мы берем 2 кубка и в один наливаем радугу счастья, а в другой кубок здоровье и все, что вы желаете. И перемешиваем между собой. Смешиваем, смешиваем. И смеемся, и поем снова. Хорошо, молодцы. Идем с вами под душ. Берем смехомыло, смехомочалку и намыливаем, намыливаем хорошо. И начинаем себя растирать и смеемся, потому что это смехомочалка. И делаем такой жесткий, классный такой массаж. Хорошо, хорошо, себя развлекаем. Молочку хорошо растираем, чтобы не было никаких застойных явлений по щекам. Все залежи, животик. И ножки попали. Снизу вверх. Вот, растираем, растираем, хорошо. Вот, уже ботик, все так классно, да? Голову положили, да? А теперь контрастный душ включаем холодный. О! Опять холодный.
Молодец, наша читалочка. Растаяли. А при вдохе силу, энергию. Нравится. А выдыхаем, все не нужно, да? Йога смеха, она развивает эмоциональный интеллект. Йога смеха, она служит миру во всем мире. Потому что только чем мы наполнены, то и можем дарить вокруг, да? Человек не может поделиться другим, только тем, что есть у него внутри. Поэтому йога смеха вне религии, вне политики, вне возраста. Йога смеха продлевает жизнь в молодости и бодрости. Классно? Классно. А теперь у нас с вами будет упражнение электрошокер. И вот наши шокеры. И сейчас мы, как только пальчиками достанем, мы будем смеяться. Смехоток начинаем пропускать. И поехали, напрягаем руки. А теперь то же самое с закрытыми глазками. Кто сможет? Ну-ка, по-настоящему закрыли. И поехали. А теперь до носика, то же самое, до носика. А глазки закрыли. А теперь друг другу. И взяли за руки и пропустили смехоток. Там кружочки стоим, включаем эту физику и пропустили. Молодцы! А что мы вчера изучали? И сегодня должны сделать музыку. Кстати, не знаю, скажите, вам музыка слышна или нет? Вот послушайте. Нет. Слышно? Слышно? Ну, слышно, да, что она говорит. Хорошо, давайте с вами повторим. Слышно. Соку-соку, бачи-бачи. Соку-соку, вира-вира. То есть по два раза. Да? А теперь по разу. Соку-бачи, соку-вира. Соку-бачи-вира. Это было домашним заданием. Кто выполнил? И еще раз кулачки. По два раза начинаем. Соку, соку, бачи, бачи. Соку, соку, вира, вира. Запомнили? Еще раз. Да. Начинаем по два раза кулачки. Кулачки два раза. И плечи. Вот, да, я молодец, там похлопали по два раза. А теперь по одному разу. Кулачок один раз, ладошка один раз, кулачок и плечи. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз. Два, плечи, плечи, по разу. Раз, два, три, плечи. Раз, два, три, четыре. Учите вместе с детьми. Очень полезное упражнение. И под музыку. Так, сейчас, минутку. И поехали. Начинается медленно, тут будет быстрее, но вы не сдавайтесь. В любом случае. Soku, soku, bachi, soku, soku, vira, vira. Soku, bachi, soku, bachi, soku, vira, vira. Soku, bachi, soku, bachi, soku, vira, vira. Soku, bachi, soku, bachi, soku, vira, vira.
соку, соку, бачу, бачу, соку, соку, не сдавайтесь, сделаем все. По разу. По два раза. Бачу, соку, 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 вира, вира. Бачу, соку, соку, бачу. Бачу,